сегодня очень крутое мероприятие «Лови лето». Мне кажется, что это единственный шанс у города Новосибирска хоть немного развеять тучи, потому что только молодежная политика может сделать этот день. Потому что когда все греются теплым кофе или сидят под одеялом с унылым настроением, только молодежка выходит на впечатление и зажигает. Так что я надеюсь, будет хайпа много, позитив класс. И думаю, что мы сегодня сделаем этот день.